Более 20 стран примут участие в 57-й международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. Количество заявок от стран-участниц увеличилось на 30%. Соревнование пройдет в Казахстане в начале мая в очном формате. Традиционно будут состязаться сборные Австрии, Болгарии, Венгрии, Израиля, Казахстана, Турции и других стран. При этом появятся и новички. Команда Бразилии впервые подала заявку на участие в олимпиаде. Соревнование будет состоять из трех туров – двух теоретических и одного практического. Задания первого этапа соответствуют программе специализированных химических классов. Во втором туре ребят ждут более сложные задачи из 5 разделов химии. А в третьем – практическая работа в химической лаборатории. Призеров и победителей наградят медалями. Кроме того, абсолютного победителя отметят премией имени академика Лунина, основателя Олимпиады. В прошлом году она составила 2 миллиона рублей.